Дончане со стартовых минут владели преимуществом, которое удалось быстро материализовать в забитый мяч. Дебютный гол оранжево-черных в новом чемпионате на счету Генриха Мхитаряна. На 14-й минуте армянский полузащитник воспользовался изысканной передачей Евгения Селезнева, уложил на газон голкипера киевлян и закатил мяч в пустые ворота. На это гости ответили лишь прервал Мхитарян. Шла 31-я минута. Дуглас Коста в который раз легко разобрался с оппонентом и прострелил в штрафную. Голкипер отбил мяч прямо на ногу Генриху и 22-й номер горняков оформил дубль. Для меня это командная победа, это самое лучшее, чем индивидуальные какие-то призы или достижения. Поэтому команда сегодня выиграла, это не я сделал, это вся команда сделала. И снова поздравлю ребят с хорошей победой. Может быть, один гол кому-то посвятишь отдельно? Маме. А уже спустя 3 минуты Мхитарян помог отличиться Евгению Селезневу 3-0. Но и это еще не...